В этом месте вообще клея нет. А продавец говорит то, что он лично там или не лично проверял каждую обувь, проверял перед отправкой непосредственно самолетом. То есть перед тем, как отправлять, он смотрел сам лично. Как можно смотреть самолично и ничего не видеть? Я не понимаю. Берем другой кроссовок. Смотрим то же самое. В этом месте, пожалуйста. Видите, да, уже отходит. Видно? Сюда попадет вата, плюс затем попадет камушки, грязь, и подошва отлетит за 2 недели. Если это будет там какая-то в снег, это же зимняя обувь. Так вот, снег элементарно это все раскроет. Итак, вот. Еще раз. Первое здесь. Причем лучше смотреть, конечно, вот так. Сразу видно. Второе здесь. То же самое. То есть все элементарно, попадает снег, вода и все. В этом месте, вот в этом месте, вообще нет клея. Видно? Вот здесь. Вообще нет клея.